А СБУ задержала двух опасных боевиков, участвовавших в террористической деятельности ДНР. В Запорожье они вербовали наемников в незаконное военное формирование, а террористов сообщают в СБУ. Житель Запорожской области 72-го года рождения собирал разведданные про огневые позиции вооруженных сил Украины, принимал участие в провокациях и подрывных акциях на подконтрольных украинским силам территориях. Он лично захватывал заложников, говорится в сообщении на сайте СБУ. 10 февраля боевика задержали в центре Запорожья оперативники службы безопасности. Главаря диверсионной группы СБУ задержала ранее. Им оказался житель Запорожья 79-го года рождения. Ведется следствие.